К таким же доброжелателям хочу обратиться по следующему вопросу. Что в вашем понимании заявление о том, что мозговой пиарится? Есть некоторые различия между пиаром и информацией, и уж тем более между пиаром и информационной борьбой. Если у меня есть такая возможность, если мне доверяет бригада высказывать свое мнение, я буду это делать, я буду говорить, я буду прорывать информационную блокаду. Если вы считаете, что подача информации – это пиар, ну что ж, политтехнологи из вас никакие. Я не пиарюсь, я просто говорю то, что думают миллионы, только боятся сказать.